красиво. Блин, все расцвеченное такое. Если бы знали, так сразу бы не поехали. Да, мы как-то вот не подумали. Немиг вообще в предновогодние дни всегда стрёмное место. Ну это явно из-за аварии что-то произошло. Да, ну что-то вообще очень как-то далеко все стоит. Тут, говорю, Богданович вся раком и все. Что-то вообще там непонятное. Там даже может и не с транспортом общественным не, авария. Просто авария, что, наверное, всего. Может быть, людей уже высаживает транспорт. Люди, наверное, тоже надоело тупо сидеть в троллейбусе, который не двигается. Так может многих там выпустили, они на метро побежали. Так а при чем здесь люди? Я про машины говорю. А про машины? Нет, так я и говорю, что вот такая толпа, которая вылезла с транспорта, просто может стояли в пробке, стояли. Люди может попросили, что выпустите нас, вон уже метро рядом. Так иногда ну, же делают. Милицейская парнула. А, это какого-то автобуса сопровождает. Вон, колонну автобуса. Детей. Сейчас елки, кстати. Вполне возможно. Детей еще, блин, возят этих елок. Что в такое позднее время елки? Не, ну правильно, во дворце спорта елки. Вот оттуда сейчас вывозят вон. Что-то он точно так же все. Еще в одну пробку. Ага.